Так, мы находимся в районе Акденис. Акденис без порта Торма. Находимся в районе Акденис. Заехали смотреть квартиру вот в этом классном комплексе. Здесь очень-очень большие балконы. Дальше мне очень нравится их территория. Здесь очень зелено, так уютненько. Классно. Кстати, наша квартира подходит под ВНЖ и под гражданство. Вот такая вот очень уютная территория здесь. Посмотрите, сколько зелени. Конечно, этот район мне, конечно, очень нравится. Всегда. Это центр, здесь школы, сады. Все в пешей доступности, все самое такое, не знаю, инфраструктура здесь в этом районе очень хорошая. За счет этого оно мне очень нравится для жизни, для семей с детьми. Самое оно, смотрите, здесь три блока. Раз, два, и вот когда мы заходили, третий блок. Далее бассейн также есть. Смотрите, вот такой. Большой, довольно большой бассейн. И детский, и взрослый здесь есть, вижу. Сейчас ее, видимо, воду меняли, заполняют. Так, сейчас зайдем. Наша квартира находится вот в этом блоке. Третий этаж. Обратите внимание на эти балконы. Какие они большие. Тут целая гостиная, а не балкон у них получается. Зона парковки. Смотрите, авокадо. Так, сейчас вот так сделаем. Смотрите, здесь во дворе растет авокадо, чтобы вы понимали. Вот они. Смотрите, сколько здесь авокадо. Жалко, они не созрели. Мы поднялись на этаж. Две квартиры на этаже, два лифта, газ до дверей. И смотрите, какая большая прихожая здесь. Очень просторная, очень большая прихожая. Есть встроенный шкаф здесь. Вот такой до потолка. Первая спальня. Очень просторная. Где-то квадратов 20. Здесь даже 20. Ну, 20 квадратов точно есть спальня. Далее отдельная кухня. Тоже Г-образная кухня. Есть где поставить стол обеденный. Все имеется. Духовка есть, варочная панель, вытяжка, каменная столешница. Смотрите, какой балкон здесь. Очень-очень большой балкон. Такие балконы я редко встречаю. Она еще вот сюда уходит, то есть со спальни еще можно выйти сюда. Вот она, территория комплекса получается сверху. Смотрите, бассейн. Деревья, все есть. Дальше. С балкона также можем попасть в гостиную. Я вернусь в гостиную с прихожей, чтобы вас не запутать. Так, прихожая. И вот она, гостиная. Очень большая гостиная. Панорамные окна. За окном также зелено все. И здесь, кстати, тоже небольшой технический балкон. Даже жалко говорить про него технически, потому что он довольно просторный тоже. Далее распашные двери и коридор, гостевой санузел с унитазом уже и хороший, просторный. Дальше вот такой основной санузел, очень тоже просторный. И здесь даже есть ванная. В квартире 10 лет уже никто не живет. Возраст здания 13 лет. Квартира подходит под ВНЖ. Посмотрите на эту родительскую спальню. Здесь 30 квадратных метров, ну 26-27 квадратных метров есть точно. Дальше в родительской спальне гардеробная. Вот такая гардеробная в потолок. Дальше за дверью еще есть вот такая ниша. То есть можно будет тоже сюда что-то спрятать. И еще свой родительский санузел. Смотрите, какой он. И душевая, и унитаз, шкафчиков много, мойка. Все, что необходимо, здесь, в принципе, все есть.
Ну, меня, конечно, вот это поразило. Спальня очень-очень большая. Спальня, еще и есть выход на балкон. Вот такой вот очень большой балкон тоже, посмотрите. А это балкон спальни. За балконом тоже пальма, вилла и территории соседних комплексов. Приятный, красивый вид и чистая улица. Классно. Пардон. Дальше возвращаемся. Так, коридор и уже третья спальня получается. Раз, два, три, да, третья спальня, отдельная кухня, отдельная гостиная. Это самая маленькая спальня, чтобы вы понимали, где-то квадратов, наверное, 16-17 здесь есть. На двоих детей спокойно можно двоих разместить здесь. Также за окном зелень, рабочий, длинный рабочий стол, шкаф, две кровати. Можно спокойно, да, двоих детей разместить. Вот такая очень большая квартира, которая подходит под ВНЖ у нас. Вот такой подъезд у нас. Смотрите, как все чистенько, уютненько, красиво. Аккуратно все сделано. Не скажешь, что дому 13 лет. Вообще очень хорошо смотрит за территорией. Тоже зона парковки при входе. При въезде получается. Квартира мне очень понравилась. Она очень большая, очень просторная. Для большой семьи самое то. Все спальни, абсолютно все спальни большие. Я таких размеров спальни давно не видела. Далее район тоже классный. Центр Мерсина, можно сказать. То есть вся инфраструктура в пешей доступности. И огромнейший плюс то, что наша квартира подходит под ВНЖ. Так что, если интересно, пишите, задавайте вопросы.